Окей-окей, всем привет, ребят, вы на канале Funny Games TV, мы продолжаем проходить с вами Shadow Fight 2 Special Edition. Смотрите, я прошел уже все стадии испытаний на крейсере, осталось 16 из 16, и сегодня же мы продолжим проходить Приспешников Титана. Берегись, Титан, я иду. Так, давайте продолжим крейсер. В этом бою ты сражишься с 5 врагами по очереди. Каждый бой происходит по особым правилам и со случайным оружием. 5 подряд бойцов. Ну что ж, я готов. Поехали. Так, что такое? А где звук? Алло, куда звук пропал? Оу, где? Чего? Куда? Будет звук, нет? Раунд 1. Ха, музыка пропала. Отлично. Заглючила игра. Ой, и еще у меня нету, ребят, нету оружия. Это совсем плохо, это совсем плохо. Так, уйди от меня. Да подожди, уйди, падальщик. Так, на, есть. И сейчас с разворота попробую. Ой, как хорошо, и еще. Все, отлично, допинал. Вернись, музыка, пожалуйста, в игру. Блин, что, всех проходить без музыки, серьезно? А, это как-то не круто. Ладно, давайте я попробую вернуть музыку обратно. В общем, что я только не испробовал, ребят, не хочет музыка возвращаться, почему-то именно на этом моменте она перестает работать. Да ладно, давайте продолжим уже и раскидаем этих падальщиков. Ух, по углам своего экрана. Так, что здесь, какое задание? Надо читать задание, ребят. Не знаю. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Главное, чтобы мне красной зоны не было и... Нельзя там было стоять или что там где... Алло, успокойся, ты чё, он магию использует? Так, ладно. Да блин, попади, тень уже! Что ж ты будешь делать, а? Умри! Вот, отлично. Какое задание это было, а? Так, опять боёв случайным оружием по случайным... А, то есть тут конкретное задание не пишется. Ну ладно, двоих уже замочили, третий падальщик. Окей. Так, раунд 3. Блин, без музыки как-то совсем плохо все это смотрится. Ладно, давай. Ой, у меня, короче... А, нет, я могу комбо-удары, да, двойные делать? Блин, по голове как не ударил, а, больно. Ну, у меня хорошо восстанавливается вроде бы. Да подожди, дай убить тебя. Что он делает? На, держи. Ой, хорошо, вот это было вообще круто. Это было круто, и хпшечка вся восстановилась. Так, четвертый здоровяк. Хорош, сейчас посмотрим, что мы с ним сможем сделать. Так, раунд 4, какое оружие мне дадут? Ой, нормальное оружие, кстати. Так, а что здесь у нас, восстанавливается что-то? У него хпшка восстанавливается, наверное, да? Или у меня восстанавливается? Или дамаг не проходит? В общем, не знаю, буду просто его молча бить. Умри! Да, нет, не умирает. Так, этот не проходит. Во, прошел удар, отлично. Все, пятый, последний, завершающий падальщик. Блин, надеюсь, не слишком сложное будет задание. Главное, чтобы не было горячей там земли, когда надо прыгать, потому что, ну, это очень нелегко и следить, и прыгать, и скакать. И красной зоны, чтобы тоже не было. А, просто темнота. Красная зона есть, нет? Красная зона, покажись. Нет, вроде красной зоны нету. Ух, отлично, как же я своими молотами Тора долблю его. Надеюсь, он там умирает уже, или что он там делает? Да, вроде бы умирает, давай магию, наверное, попробуем. Что я там сделал? А, чё, как? Время прибраться? Не знаю, что случилось, ребят, но я победил, и это хорошо. Ух, и музыка вернулась, отлично, все, крейсер выполнили. Каменный лес теперь какой-то, турнир в каменном лесу. Ладно, давайте попробуем сразиться с приспешником Титана. Гуру, не боишься? Странно. А будь ты посмелее, тень, то стал бы мной. Разве ты не замечал, что люди преклоняются перед тобой? Это же очевидно. Дети мясника увидели во мне миссию того, кто покажет им жизнь без осуждения и морали. И там, где ступит моя паства, прольется кровь. Ясно. Какой-то этот, что ли? Святой отец или что? Блин, ну как-то не хочется этого святого-то, святошку этого бить. Ну ладно.
Ладно, Гуру. Нет, Гуру, Смуру. Ну, короче, пофигу. Сейчас я тебе начищу-то твою... твоё личико, Гуру. Ой, восстанавливать хпшку. Не восстанавливай, не смей. Не смей восстанавливать хп. Пу! Хорош, и чпак. Еще отлично. А, восстановил уже. Успел, да? Ну ты же гаденыш, а? На, держи. На. Да умирай, вот, отлично. Упал. Фух. Блин, какой же классный этот все-таки меч мой. Тау, пау, пау. Да блин, умри. Восстанавливай хп, смотри. Ой. Так, ладно. Пау. Давай, сейчас попробуем с длинным. Да блин, почему удары-то не бьются? Бей! Давай магию. Ай, не то. Вот магия, вот она пошла. Держи. Чпунь. Ха-ха, упал. Хорош. Замочили мы этого Гуру. Гуру-шмуру. Так, подумай хорошенько, тень. С таким потенциалом за тобой пойдут целые народы. Мы можем возглавить огромную семью, я буду ждать. Окей. Так, ладно, давайте посмотрим турнир в каменном лесу. Что здесь? Так, в бой. Ух ты, Марок, серьезно? Против меня Марок? Ух, давно не виделись, а он преобразился-то. Смотри, какой он стал. Ух, класс. Ну, умирай тогда, Марок. Ха-ха. Ты посмотри на него, какой он крутой. У него огненные эти дубины. Клёво. Новый Марок. Так. Держи, Марок, сынок. Сосунок. Да блин, хватит. Да ну. Идись. Да хватит кидаться. Ты посмотри, что творит, а. Надержи печенюху. Ой. Что такое? Невидимую печенюху бросил и убил его. Отлично. Так, дальше. Бой. Стадия вторая из 24. Кто здесь? Ты кто? Это кто? Пандемия? Пандемия. Не помню такой, была она или не была. Воу, пандемия. Угомонись-ка немножко. Да что такое, а? Уйди, надержи. Блин, ну какой же мой пластичный, пластилиновый меч. Просто шикарный. Так, ты умрешь, нет? Ты угомонишься или чего? Чполь. Вот так-то. Чполь. Это, короче, заклинание такое. Ладно, дальше. Давайте пятерых, наверное, уделаем, как минимум. Как минимум пятерых надо уделать. Фух. Ух ты, хлыст. У него тоже, короче. У него... Ох, ничего себе, у него аватарка какая крутая. О, больно. Прекращай, блин. Это я должен бить только. Только я могу бить этим пластичным мечом. Умри. Вот так. Хлыст его, и все, и нет хлыста. Хлыст, и нет хлыста. Фух, давай, еще раз. Пау! Он даже одет, как я, смотри. У него даже доспехи такие же. А, перфект. Перфект, вообще идеально. Просто идеально. Так, плохо, что мне кристаллы тут не дают. Ладно, давай дальше. Четвертый бой. Это душегуб. Прикольно. Смотри, какой он, а. Какой-то это, киборг какой-то. Да подожди. Подожди, мужик. Ничего себе, какой резкий, а. А вот умри теперь. Фух. 1-0. Так, еще нам останется еще один, да, наверное? Давайте попробуем с разворота ему врезать. Эй, чпаль. Уйди от меня, говорю. Да блин. Угомонись! Чпок, все. Опять чпоки работают как надо. Мои заклинания. Так, последний, да? Пятый. Да, давайте по 5 будем уничтожать. А когда Мэй-то будет? Я что-то не могу понять. Когда будет Мэй, ребят? Напишите в комментариях. Когда мы встретимся с Мэй? Или мы не встретимся в этой части? Опять хлыст? Да тебе что понравилось? Каким образом он первый ударил меня?
Я что-то не понимаю. Чпок тебе. И чпок тебе. И чпок тебе. Вот так-то. Три чпока. Видал, какой я чпокер? Я всех зачпокаю сейчас тут. Мои заклинания. Так, тихо. Чпок. Оу, подожди. Ты заклинание мое сбил. Давай сейчас еще раз. Чпок, чпок, чпок. Вот так. Два чпока ему хватило, чтобы умереть. Отлично, ладно, убили. Давайте к следующему тогда телохранителю. Титана. Это уже у нас четвертый телохранитель будет. Я ответил на корсар какой-то. Я ответил на Зафокеана. И он подарил мне свободу делать то, что захочу. А того, кто встанет на пути, я скормлю морскому дьяволу. Особо слаба, и я флот отныне мой. Когда на горизонте мелькают черные паруса, люди знают, что в их городе идет смерть в моем обличье. Да ты просто какой-то хвостун. Посмотрим. Посмотрим. Окей, корсар. Короче, какой-то пират, видимо. Видимо, какой-то помощник осы, я так понимаю. Тут был помощник, смотри, мясника. Тут получается... Оу, держи, корсар. Чё ты свою пуговку-то выронил из рук, а? Ну покрепче же надо держать. Что ж ты такой нерасторопный-то, а? Слабак какой-то. А говорил, что я там супер крутой, что меня все боятся. На! А так, я уже агрессивный. Выронил свою ружишко из рук. Слабак. Раунд 2. Да ты пока свою винтовку там зарядишь, разрядишь, я уже три раза тебя хвостом своим отхлыстаю. Да говорю, хватит, хватит. Оу, это было больно, вот это воткнул, он хорошо, конечно. Ох, по голове ему. Чпонь! А, нет, надо чпок включать, чпок. Заклинания, чпоковские заклинания. Чпок, чпок. Нет, не работает. Куда? Чпок, чпок. Три раза чпок. Еще раз чпок. Да блин, почему я не могу? А, все уже. Хотел ударить его с разворота, но мы его выиграли. Отлично, ребят. Отлично. Так, океан не прощает ошибок, и теперь мне предстоит загладить перед ним свою вину. Кровью невинных. Такой победы ты хотел. Да мне пофигу вообще. Ладно, ребятки, продолжим в следующих видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Максим, Funny Games TV. Всем удачи, всем пока. И не забывайте вступать в группу в Дискорде. Ссылочка в описании под видео, ребят. Всем пока.